Нифига себе, вот это он мощный. Я всю айбойму 300 патронов садил. Вот это моща у него. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фокси, Локдог, Дарк Драгон, Квест, пацаны, поздравайтесь. Всем добро, добро пожаловать, месье. Сегодня у нас месье. Очень классный обзор на мод SCP-SL. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Убили. Кстати, ну приблизительно где-то 1000 жизней у него. SCP-049 Хэллоуин. Так, а чем они отличаются? А ну, на, чтобы он кого-то убил, давайте, кто не сыт? А, он так, а, без башки, потому что убил становится. Точнее, это призрачный. А, промахнулся чуть-чуть. Поехали, SCP-049, версия 2. А, это сразу, который этот. Он превращает. Отлично. SCP-049. Он невидимый, да? Видите? Так, дамажит нормально так. Двух ударов выносит, по 85 жизней. SCP-079. Одним словом, его нельзя подключить к розетке, а то он захватит весь комплекс. Да? Да. Офигеть. Он чересчур умный. Понял. Ого! Не смотри. SCP-096 в действии. Смотрите, что он делает. Ого, он с этого мода какой-то нереально мощный. Давайте его немножко рассмотрим. Смотрите, как у него вообще изменена полностью текстурка. Не так, как у всех модов. Обычно, да, какие-то просто гладкие белые челепиздрики. Ого, вот это он злится. Пошел. Да почему на меня? Не надо. А на меня. Давай. Хочу еще немножко прожить. Знаешь, как в обычной каждой серии. Лично я первый всегда убираю. Так, ну что, давайте его мочить будем. Давай. Ух ты! Блин, вот это он быстрый. Быстрая смерть. Смотрите, и чем прикол этого мода, ничего не исчезает. Все как лежало, так и лежит. Это такой психолог, единственный двор, что-то пацаны вообще нифига, да? Убивает, красавчик. Так, я иду сюда наверх, тут есть шанс сюда убежать. Каким-то образом. Опа! Отлично, обманул, мне это нравится. Он застрял. Он застрял? Да. Давайте его замочим. Ого, застрял. Надо взять другое оружие, я знаю, какое оружие его убьет. Это был очень жесткий NPC-шка. Согласны? Очень это прям. SCP-096 Old. О, а, маленький карта. Телепиздрик. Ой, я упал. Побежал, и звуки издает, как вот. Да. Ух ты, блин, на таком расстоянии большом бьет. Ох и челепиздрикович. Как тебе по виду он, Дим? Ну он такой какой-то маленький. И очень смешно смотрится. Он такой... ну какой-то странный. Насыпай, ребята, как могу. Это прям вообще жестко. Блин, сколько у него жизни? 10 тысяч. Есть, молодцы. Следующий. SCP-096 Christmas. А, новогодний, что ли? Да. А звук, слышал такой? Да, более прикольный. Давайте, пацаны, наваливаем. Пока.
А, ДПК. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было сильно. Так, надо какое-то помощнее оружие взять, наверное. Давайте возьмем. О, вот такой вот есть у меня с автоматом. Он вообще сильно дамажит. Отдай ударить. Очень страшное лицо у него. Прям очень. Да жестко. Молодцы, молодцы, пацаны. Это было сильно сыграно. Да, из цепи 096 Хэллоуин. Ну да. О, он еще пишет. Вообще сильный. Ого, у него пасть. Ты че? Да отвали, он притягивает как будто. Да пацаны, постреляйте в него, чтобы он на вас переключился. И никто не хотел его мочить специально. Кто мочит, тот и проигрывает. Давайте с этого постреляем. Пока. Нет, этот самый эффективный. Да, ты. Нифига себе, вот это он мощный. Я всю обойму 300 патронов садил. Вот это моща у него. Погнали, погнали. Хэллоуинский вообще мощный. Вот это он реально нас лупашит. Настоящий SCP. Они вызывают даже какой-то страх. Отравляет еще и куда ударили. Да слышь, я не пострелял по тебе. Ты чё? Да скажите ему. Его боюсь. А теперь ты умрёшь. SCP-106. Опа. Старик. Бегите. Старик, да-да-да, он сейчас может вылезти в любом месте. Вы его убили сразу. SCP-106, Хэллоуин. О-о-о, вот это еще крепее вы убили. Красное такое все. На, просто атакует. Смотрите, какой след остается, да, за ним, когда идет? Он очень крипово выглядит. Классный дед. Стрелять по мне. Так убивайте меня вечно. Офигенный чилипиздрик. Так что мы не убиваем его? Это настоящий такой, знаете, танк. Бывший. Так, SCP... 106 Хоу. Где? Это он и был. Только что. Нет, ничего не вылезло, это просто дырка. Хорошо. SCP-173. Печень. Ой-ой-ой, пацаны, сейчас начнется очень много убийств. А, нас много, получается, если бы мы все отвернулись, он бы убил. Вот это он прикольный. Ой, не то нажал. Обстоятельства. Посмотрите на нее. Да, она ничего сделать не может, когда нас много. Давайте мы ее рассмотрим. SCP-173 April Falls. Каркас, о, какая мелкая. Что это за чилипиздрик пузатый? Он как-то так смешно смотрится. Даже подсвечу его. Там что-то вообще никого не убивает. Орех похож. Да, вот так обычно умирают статуи. SCP-173 Хэллоуин. Вообще стрёмно. Давайте он убьет меня, стойте. Давайте он меня убьет. Вернитесь тогда все. Да, давайте... Будет скример или нет? Просто интересно. Нет, пацаны, нету скримера. Прикольно убивает. Смех такой детский. Молодцы. SCP-173 Christmas. О, вот такой бриллиантовый попал.
SCP-207. Бутылка. Это кома, которая ускоряет и постепенно тебя убивает. SCP-268. Что это за ёжик? Шапка-невидимка? Вот, да. Невидимый. Да. А-а-а. И чё? Ну, невидимый ты. А как теперь стать видимым? А видимый сейчас? Нет. Нет, ты... Ну все, буду невидимый. Ребята, раз я использовал этого SCP, буду невидимый. SCP-330. У конфеты. А что они делают? Нельзя брать больше двух, а тебе руки оторвут. Ого, а ну покажите. Я застрял. А ну давайте, ешьте. А, вот как раз убило меня она. SCP-330 было. SCP-939-53. Ого. Одним словом они не видят, но Одним словом, просто стой на месте. На месте стоять и все. А, ну да. Стоять на месте. Они тебя все равно грызут. Вы меня обмануть хотите, он меня сейчас сожрет. Кто ответит? Ого, ты он поджигает? Нет, кто-то из наших поджигает. Нифига себе. Все равно больно. Так, берем оружку. Слышь, отвали, отвали. Вот это оно реально хочет меня убить. Я бегу на помощь. Ого, спасибо, классная помощь. Это не я. Вот это оно лупашит. Убили. Убили, молодцы. SCP-939-53 Хэллоуин. Такие же будут несколько. Так, это я понимаю, что тот же самый, наверное, да, такие же жизни? Да. Прикольно, такой ярко-зеленый цвет. Ты что, так-то такие моды придумывал, красавчик. Ого. Теперь я реально невидимый постоянно. Да ё-моё. Отличие вот этих собак в том, что с каждым уроном они ускоряются. Да? Да. Так, хорошо, давайте дальше. 89. О. А чё с ногами её? Я не знаю, ног нету реально. Какое-то отрубленное... Из кусков прям со... Он, да, он увеличивается, что ли? Ну, мне так кажется. За тобой тебе бежит. А я ускакаю, я же псих. Ой. Прикольно убивает. Я с дистанции буду бить. Ой, спасибо. А не, ну я ж невидимый, поэтому шапка невидимости работает. Сдохни. Я без прицела. Так. Сейчас мы будем по-своему немножко это делать. Где это чили-пиздрик ходит? Да не, я хотел, блин, да это не та бомба, я хотел серьезно, чтобы она немножко жахнула, там маленький радиус, а получилось, что она сильнее жахнула, чем я думал. SCP-939-89. Ого, вообще, вот этот вообще жирнячий. Ого, да он очень быстрый, пацаны. SCP-939-XX. О, а что это за грязюка? А почему она атакует нас? Она мирная же. Она же должна мирная быть. Такой. Да блин, да почему она опять убила? Она должна была чуть-чуть жахнуть. Какие-то бомбы очень. Мы же их переделали, раньше так не взрывались они сильно. Тебе фальшивые дали бомбы. Это тебе подставили. Ребята, напишите в комментариях, какой больше всех из цепи вам понравился. Ну а если вам понравился этот ролик, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.
Delicious.